Мне помнится, когда страна сошла с ума, глаза любимых воссияли чайным цветом, дрожали буквы до последнего письма, чтобы из точек птицы выпорхнуть с рассветом. На белых крыльях несся голос над страной, мужало плакал, чьи-то души разрывая. Он окропил людей любовью неземной, беспомощно меж звездья улетая. Манну свинит, зовет, поет дорога, еще таит, еще пьянит весна. Идут, бегут, летят, спешат заботы, и вдаль туманную текут года. И так настойчиво и нежно кто-то от жизни нас уводит навсегда. Значит, что вы помните и по-прежнему любите творчество легендарного артиста советской эстрады и мастера песни Валерия Ободзинского и моего папы. Папа любил своего зрителя. Я часто ездила на гастроли с отцом и хорошо помню, как это было, как публика отвечала ему взаимностью. И сегодня, без сомнения, можно сказать, что Валерий Ободзинский остался в музыкальной истории навсегда. Папа хотел, чтобы его песни звучали современно и привлекали интерес нового, молодого поколения. И поэтому я создала такой проект, который так и назвала «Проект Ободзинский». Он посвящен папиной памяти, его песням. И сегодня мы с коллективом с удовольствием представим вам программу, которые вы услышите, и мы исполним для вас песни, которые многие из вас уже полюбили, песни, которые исполнял папа, и, конечно же, песни, которые будут только о любви. Итак, мы начинаем наш концерт.